На базе Центра развития ребенка детского сада номер 15 «Березка» в поселке Ильском ведет свою работу консультационный центр доверия. Учреждение оказывает психолого-педагогическую, методическую и консультативную поддержку родителей с детьми от 2 месяцев до 8 лет и семьям, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность центра осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования. Основная задача работы центра – повышение компетентности родителей, детей дошкольного возраста в вопросах образования, развития воспитания, пропаганда позитивного и ответственного материнства и отцовства, укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций. В консультационном центре доверия свою бесплатную помощь оказывают квалифицированные педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели и инструкторы по физической культуре. Кроме того, активно привлекаются внештатные специалисты. Все кабинеты центра оснащены необходимым оборудованием, инвентарем, методическими и дидактическими пособиями. Консультация родителей проходит как в очной форме, так и через использование интернет-ресурсов по телефонному и видеозвонку. Также в детском саду имеется зона ожидания для детей во время проведения групповых тренингов, круглых столов, либо индивидуальных консультаций с родителями, где созданы комфортные условия. Мы приглашаем вас в наш консультационный центр доверия, который создан для того, чтобы наши родители могли получить профессиональную консультацию и найти ответы на все поставленные вопросы. Нам очень хочется, чтобы каждый родитель стал педагогически компетентным и семейное образование вышло на новый уровень. А главное, мы хотели бы оказать эффективную, квалифицированную помощь каждой семье. Консультационную помощь в Центре доверия может получить житель любого населенного пункта Северского района. Предварительная запись по телефону 8-918-978-68-61, либо по адресу поселок Ильский, улица Партизанская, 161 и Первомайская, 44-Б.